Красивый пальчик поставили и со мной. Усиленные репетиции с молодых ногтей в прямом смысле слова – залог будущего виртуозного исполнителя. В музыкальной школе номер 14 Самары с детьми занимается с 4 лет. Учреждение работает 47 лет. Сейчас тут музыкальное ремесло осваивают 234 ребенка. Даже если они решат не продолжать карьеру в искусстве, пользы от их занятий много. Они учатся музыке, они учатся прекрасному, они здесь воспитываются. Они выходят отсюда на несколько голов. Это интеллектуально выше своих сверстников, тех, кто не учился в музыкальной школе. Это не мои слова, это наукой доказано. Тот факт, что сегодня мы получили такой подарок, это, конечно, очень положительно скажется на обучении наших детей. Мы рады этому. Эта школа стала одной из 55 в 18 муниципалитетах Самарской области, которые бесплатно получили новые фортепиано. За него заплатились федеральных средств. Такой щедрый подарок – один из шагов реализации национального проекта «Культура». Дальше больше. История беспрецедентная. Давно такого не было. Ну, наверное, за новейший период нашей истории впервые за счет средств федерального бюджета такие массированные поставки музыкальных инструментов. И это только начало. В следующем году Самарская область в рамках национального проекта «Культура» более чем на 50 миллионов рублей тоже закупает музыкальные инструменты для музыкальных школ и музыкальных училищ, чего вообще не было давным-давно. Выбирать, какие именно инструменты нужны, будут сами музыкальные учреждения. До конца этого года в Чапаевске откроется уникальный виртуальный концертный зал, так что продемонстрировать свои музыкальные способности юным дарованием будет где. Анастасия Зубрева, Владимир Маркин, Виктор Соколов. Новости губернии.